Уголовный розыск сегодня отмечает столетие. К значимой дате агентство теленовостей подготовило большой проект. Наши журналисты расскажут о самых запутанных и интересных уголовных делах, которые удалось раскрыть опытным оперативникам. Выследить маньяка, который держал в страхе Могилевскую область. Он не остановился. Как удалось выйти на след бригады из Молдовы и в чем просчитались ушлые налетчики? Мы постоянно находились вот в этом напряжении. К столетию уголовного розыска МВД Беларуси. Они согласились на откровенный разговор. Мы покажем все как есть. Телевизионный фильм агентства теленовостей. Внимание, розыск. Смотрите сегодня, после панорамы.